Галина Шипилова живет в доме номер 62 по Гранитной улице уже почти 40 лет. В феврале 2017 года в пятом подъезде загорелась квартира. Пока пожарные спасали людей, лестничная клетка заполнялась едким дымом. Копоть оседала на стенах, а оконные стекла лопались. Пострадал один человек, который оказался рядом с очагом возгорания, и сам подъезд. В нем жить оказалось просто невозможно. Что нам сделали сразу, это нам ставили стекла. Но, хоть и было холодно, но столько гари копоти, что нам все равно приходилось и в квартирах, и все. Поэтому мы хотели дышать, и уже холод как-то так, это на втором план вышел. Жители сначала попытались отмыть стены сами. Потом обратились в управляющую компанию. Но ответ был один, мол, ждите включения в адресную программу. За год до трагедии в подъезде сделали косметический ремонт, а значит, средств на реконструкцию сейчас нет. Так прошло 2 года. Проблема сдвинулась с мертвой точки, когда ее на встрече с главой района озвучил местный активист Денис Корсаков. Красноречивее всего о ситуации сказали фотографии. Так появилось поручение администрации для ЖКС номер 1. Сейчас ремонт находится на завершающей стадии, да, осталось покрасить небольшие элементы. Вот даже как раз представители ЖКС пришли на ревизию. Вот. Ну, я думаю, что в течение недели уже будет все завершено. Уже сейчас подъезд выглядит светлым. В дом не стыдно позвать гостей, да и самим жителям комфортно проходить по лестницам. Останавливаться на достигнутом Денис не планирует. Следующая цель – реновация детской площадки на Заневском, 55. Елизавета Фролова, Владимир Плотников, Екатерина Тестова. Специально для КАИНСАЙДЕР.